Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о книге нашего канала. Книга называется «Нейгун для практикующих боевые искусства». Еще раз напомню, то, что сейчас в наше время называется «Цигун», это не совсем верное название, правильное название «Нейгун», которое вообще переводится как «внутренняя работа», а не работа с воздухом, паром, с чем-то еще таким, что обозначается, собственно, термином «Ци». Нейгун вообще предполагает, что вы сознательно что-то делаете. А когда говорят цигун, есть ощущение, что вы просто дышите и не придаете этому никакого значения, не делаете это сознательно и так далее. То есть более широкое все-таки понятие – это нейгун, которое в себя включает, естественно, и представление о ци. Но еще раз, не представление, которое блуждает в неокрепших умах. Не представление, которое касается какой-то мистики, волшебной или еще чего-то. Кому интересно, пожалуйста, обратитесь к нашим стримам. В частности, относительно недавно был стрим, посвященный этой теме. Что такое ци или ки? Мы там как раз об этом говорили. Говорили о том, что это вполне себе физическое понятие, без всякой мистики. Мы говорили о том, что такое ци в восточном менталитете. Еще раз, ребята, это не та мистика, которую вас пичкают те, кто, наверное, сам далек от темы. И еще раз просто кратенько напомню, что ци с точки зрения Китая, древнего Китая, это разные фазы одного и того же явления. Отнюдь не ваше дыхание как таковое, а в сущности что угодно, что происходит вокруг вас и что меняется. С точки зрения, например, известного трактата Дао-де-Дзин, Лао-цзы, то, что остановилось, то умерло. На самом деле живое постоянно меняется. И вот то, как это меняется, собственно, представлено вот этой темой, связанной с ци. Фактически все перемены, все, что происходит вокруг нас, мы можем себе представить как некое колебание синусоидальное от точки экстремальной, там, максимальной, к экстремальной минимальной. И наше дыхание в том числе такое же движение. Вдох до максимума, выдох до максимума и так далее. Именно поэтому сейчас это представление о ци настолько опопсилось и превратилось в какое-то волшебство, в какую-то мистику. Но на самом деле представление о дыхании – это всего лишь одно мельчайшее представление о ци в целом. Так вот, что такое ци в целом, как это приложимо к боевым искусствам и так далее, вы можете прочесть в книге, о которой я говорю. Ссылки на эту книгу внизу в описании. Как ее приобрести, тоже там написано. И сейчас кратенько о том, что в ней содержится, буквально по пунктам. Книга достаточно короткая, в ней нет ничего лишнего. В ней рассказано, как последовательно вы можете осваивать нейгун, который вам действительно поможет в боевых искусствах, который далек от мистики, от ощущений, представлений и так далее. Мы говорим сегодня о нейгун, который делает вас крепче там, где нужно, более гибкими там, где нужно, более мощными там, где нужно, и так далее. Итак, что в этой книге содержится? Кратко о нейгун в боевых практиках. Здесь мы более-менее рассказываем о том, зачем, почему и вообще какой смысл в этом. Первые практические шаги. Вдох и выдох. В том числе об этом рассказывается. Работа диафрагмы. Что такое правильная работа диафрагмы, какой она может быть и прочее. Железная рубашка, так называемая. Каким образом к этому подходит? Каким образом при помощи своего тела вы можете выдерживать достаточно мощные атаки, не повреждаясь никак, не имея даже маленького синячка на своем теле? Вот как к этому подходит, как это развивается в себе, ну и так далее. Дальнейшие шаги. Что дальше с этим делать? Дополнительные практики, связанные с нейгун. Что такое медитация в этой связи? Вот это, ребят, тоже важная достаточно тема, потому что, еще раз, мы далеки с вами от мистики, мы с вами практики боевых искусств, и нас интересует только то, что реально в этой жизни, а не то, что выдумано, не то, что построено на ощущениях и представлениях и прочей подобной, в общем-то, шелухе. И когда мы говорим о медитации, особенно о медитации, связанной с нейгун, то совершенно очевидно, мы говорим о том, что нам помогает в боевых искусствах. О том, что оттачивает наш разум, о том, что делает наше тело послушным нам, и о том, что делает это тело пригодным для боевых практик, в том числе. Еще раз напомню, все об этой книге внизу в описании к видео.
там же сведения о том, как ее можно приобрести. А я вам желаю хороших тренировок. Счастливо!